Ложись. И всем привет, друзья! Меня зовут Кот. Продолжаем проходить кампанию Архипелаг 2 в игре Arma 3. Следующая миссия Горгона — это уже 7-я миссия в этой кампании. Давайте смотреть, что там. Захватите базу противника. Огонь не открывать. Работаем тихо. Давайте посмотрим, что тут у нас. Какие задания. Так, захватите маяк. После высадки на берег вам необходимо захватить маяк на востоке острова. Постарайтесь захватить объект быстро и без лишнего шума. Иначе американцы успеют вызвать подкрепление. Ну, давайте не будем стрелять. Не вижу в этом проблем никаких. Замечен противник, офицер и солдат. Северо-запад, 100 метры. Прием. Да-да, вот они там двое стоят. Может, еще кто-то есть. Черт, нас обнаружили. Все, открыть огонь. Солдат, запад, 100 метры, прием. Стрелок ликвидирован. Я ранен. Ну так, неплохая у них тут обстановочка. Минус. Здравствуйте. Первая задача выполнена. Я его даже не видел. Следующая задача. Недалеко. Так, теперь будут спуститься. Давайте посмотрим, что там у нас в описании. Взорвите две установки ПВО, они находятся в старой башне. Обе установки должны быть полностью уничтожены.
Взрывчатка-то есть? Естественно, есть. 61-й, 85-го. 61-й, дежурим постоянно, никуда не пропадайте, как понял? Понял, дежурим, дежурим. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 200 метров. Прием. Все, слезай. Все, походу приехали. Дальше пойдем пешком. Готов. Третий, готов действовать. Да, ну мы вообще, вообще-то приехали уже. Ну и где там этот стрелок с... А, вот. Стрелок минус. Кстати, интересная карта. Ничего такая. Вижу цель. Направление 50 метров. Прием. Там второй док вообще что-то затупил. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 50 метров. Прием. Вижу цель. Огневая точка. Направление 50 метров. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 50 метров. Прием. Меняю магазин. Чего? Сбить вертолет? Это что такое вообще? Вертолет налетался, и ловушки не помогли.
Неплохо. Третий, меня стреляют. Иди, я тебя прикрою. Иди, я прикрою. Вперед. Вперед. Иду. Ну, кто там с оптикой-то? Уложил гада. Вот, это хорошие новости. Иди, я тебя прикрою. А там, походу, база американцев какая-то. Бинокля-то нету у них. Нету. Борт на подлете. Время прибытия 3 минуты. Ну, ждем десант. Ловушки выпустил. Вижу цель, солдат. Не надо туда идти. 200 метров. Прием. Вот эту. У вас есть дополнительная задача: захватите живым офицера гарнизона. Хинт, чтобы захватить плен офицера, дождитесь, пока у него закончатся патроны. Возвращаемся на базу. Десантники будут подходить оттуда, а мы подойдем отсюда. 200 метров. Прием. Замечен противник. Солдат северо-запад. Эй, ты куда пошел? Прием. А, ну... Ну, знаешь, не судьба. Что я могу поделать? У американцев оказался героический офицер. Он вперед рядовых бойцов пошел воевать. Один. А, ну не совсем один, там он еще вдалеке кто-то бегает. Солдат, северо-запад, 200 метров, прием. Цель уничтожена. Мы-то с этой стороны будем заходить. Минус. Вижу цель, солдат. Направление 50 метров. Прием. Минус. Нужно перезарядить. Замечен противник. Солдат. Замечен противник. Солдат. Северо-восток. 50 метров. Прием. Один готов. Рит. Наш. Убит. Здесь никого нет. Двери открыты, мне это не нравится. Тут, значит, может быть, кто-то есть. Первый этаж чист, значит, на втором может быть. Конечно. Один и второй. Еще и тут может сидеть кто-нибудь. Нет, в этот раз никто не сидит. То может быть вот здесь кто-нибудь. Тут нет, а тут... Куда ты? Замечен противник. Солдат. Северо-восток. 100 метров. Прием. Открой меня. Заряжаю. Второй. Убит. Ну, правильно, если по тебе стреляют, ты не зашел в укрытие и перезаряжаешься, то... Исход известен.
Нужно перезарядить. Нифига себе его захуевертило. И он опять встать собрался. Четвертый, доложи обстановку. Прием. Иду. Да все, и четвертому, походу. Прикрой меня. Вижу цель, солдат. Направление 50 метров. Прием. Меняю магазин. Вот это мне, если честно, не нравится, поэтому... Вижу цель, солдат. Направление 100 метров. Прием. Раз. Одной, думаю, достаточно будет. Похоже, да. Мощная граната. А тут никого и не было. Но все равно. Да, это свои. Блин, ну вот это достойно, чтобы сделать скриншот. Это четко. Прямо его. Минус. Еще один минус. Ну, ангар осталось проверить. Я же говорил, там что-то есть. А там уже наши ходят. Я вот тут попробую зайти.
Ну вот, базу мы захватили. Хотя, возможно, где-то один живой остался. Но это не тут надо смотреть, а... Скорее всего, в двухэтажке, может быть. Как я и говорил. Миссия выполнена. Задание выполнено. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк этому видео и не забудь подписаться на канал. Всем пока.